Глава Химок Дмитрий Волошин встретился с жителями в офисе управляющей компании «Жилищник». Обсудили вопросы, связанные с ремонтом и содержанием домов в Старых Химках по улицам Московская, 32А и Калинина, 13. Калинина, 13. Сидишь? Поседим. В доме на Калинина, 13, износилась кровля. Жители обратились в администрацию с вопросом о ее ремонте. Председатель совета дома получила ответ. Обращение проработано совместно с фондом капитального ремонта для включения адреса в региональную программу. А жители дома 32А на улице Московской обратились с вопросом замены дверей в подъездах. Критерии очень простые, то, что назвал. Все, вот вы председатель, да. Люди хотят, деньги город получил, должен сделать. Спасибо. Ну, вот ни право, ни лево тут. Спасибо, тем более. Может, даже не хорошее, но если вы хотите, это же ваш дом. Ну, конечно. Ваши двери, ваши платежи. Да. Ну, тут согласна. Согласна. Спасибо большое. Это исключительно удобно, потому что есть возможность, чтобы это с глазу на глаз решить проблему и обсудить. И главное, при нас же глава администрации дает поручение, что важно. И мы видим, обратная связь есть. А более развернуто пообщаться с представителями власти и профильных организаций, задать интересующие вопросы можно в формате выездных администраций. Следующая встреча пройдет 28 ноября по адресу квартал Свистуха, 2Б. Руслан Сафин, Софья Ткаченко, новости Химки ТВ.